бюджетная лодка с жестким трансом 270-я. Мотор Ханкай 4 лошади. Испытание. Газа нет сейчас почти, да? Процентов 20 газа, наверное. Сейчас газ поддали. Пошел. Оп. Да, вот так садись. Садись. Хорошо чувствуется, да? Да. Транец не загибает теперь ничего, потому что не навесной. Вообще ничего не чувствуется, жестко все сильно. Ну что, для такой лодки само то мотор, да? Да и для большей лодки, для 290 нормально будет. Как это озеро называется? Теплое. Озеро Теплое. Уфа. Причаливаем. Ну что, нормальный мотор?